В этой инструкции мы на примере Ultima Business разберемся, как зарегистрироваться в продуктах экосистемы Ultima. Зайдите на сайт ultimabusiness.com. В правом верхнем окне вы увидите кнопку «Sign up». Нажмите на нее. Откроется окно регистрации в Smart Pass. Именно в этой системе происходит регистрация. Заполните все необходимые поля. Email, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилию, страна, резидентом которой вы являетесь. После заполнения полей вам необходимо согласиться с условиями использования. Прочитайте их внимательно и поставьте три галочки рядом с соответствующими полями в правой части экрана. После заполнения нажмите на кнопку «Sign up». Если вы все сделали верно, то на экране увидите сообщение об успешной регистрации и необходимости подтвердить вашу электронную почту. Чтобы подтвердить вашу почту, зайдите в свой почтовый ящик и найдите письмо от SmartPass. Если вы не видите письмо во входящих, проверьте папку «Спам». Нажмите на кнопку «Confirm email» из письма. Готово! Вы успешно зарегистрировались в SmartPass. Для перехода на сайт Ultima Business нажмите на кнопку «Go to Ultima Business». Если у вас остались вопросы по процессу регистрации, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки.